Всем салют! Вы на канале Ёжик Шоу. И сегодня я снимаю «Угадай предмет под микроскопом» челлендж. Это опять челлендж с моим другом. Я буду ему отправлять предметы. Вот под этим вот видеомикроскопом он подключается к телефону. А он должен будет угадать, что это за предмет. И вы тоже будете угадывать. Ну, в принципе, если хотите, можете угадывать. Если не хотите, просто подождите до того, как я покажу, что это за предмет. Ну что же, погнали. Сейчас я возьму первый предмет и отправлю его фотку Тимохи ТВ. Все, вот этот предмет. Если что, он должен был появиться у вас на экранах под микроскопом. Все, я отправляю эту фотку Тимохи ТВ. И, кстати говоря, у него будет 3-5 попыток на угадывание одного предмета, а потом я показываю, что это за предмет. 3 на легкий предмет, 5 на тяжелый предмет. Ну что же, я отправила ему первую фотку, которую вы должны были увидеть, если я хорошо смонтировал. В общем, он сначала предположил, что это рука. Я сказала, нет, почти. Он подумал, что это мясо. Я сказала, нет. Он сказал, что это кисть руки. Я сказала, нет. Уже 3 его первые попытки прошли, и только после этого он понял, что это палец. Первый раунд он проиграл. Что же, отправляем ему вторую фотку. Вот, если что, палец, это палец. Вот, палец. Отправляем ему вторую фотку. Вот она. Она должна была появиться у вас на экране. Ну что же, я отправила ему, и он сделал 4 попытки, которые я ему дал. Значит, сначала он предположил, что это стержень карандаша. Я сказал нет. Он спросил, металл какой-то? Я ему ответил, нет. Ой, да, то есть. Он сказал, уран, я сказал ему, что надо угадать предмет из металла. Он предположил, что это палочка для еды. Ну, такая, ну, не палочка, а лопатка для еды. Я сказала нет. Он предполагал, что это сковорода. Я тоже сказала нет. Еще он сказал, что это металлический нож. Но нет, это не металлический нож. То есть даже с подсказкой, что это металл, он не угадал. Так вот, это булавка. Вот, давайте уберем микроскоп, и я вам покажу булавку. Вот, булавка. Я сфоткала вот эту вот острую часть. Вот эту острую. Не звони мне больше, Тимоха ТВ, подожди, я рассказываю зрителям. И вот эту вот штуку, то есть 2 фотки ему отправил. Он не угадал, вот это булавка. Ну все, я ему написал, что это булавка, а то он уже звонился тут. Что ж, отправлю его следующую фотку, вот она. Тут должна была появиться фотка, если что. Ну и... тоже угадывать вместе с нами. Сейчас его отправлю. У него будет это... ну, давайте 5 попыток. По итогу 3-го раунда, где я ему дал 5 аж попыток, сначала он сказал неправильный ответ. А точнее, он сказал парик. Но нет, это был не парик. Потом он сказал мочалка. Я сказал почти, очень близко. Можно сказать да, но нет. Он сказал губка. И это был правильный ответ. Это была оранжевая губка. Вот такая вот. Я у него спросила, для чего? То есть, для чего губка? Он сказал, для мытья посуды. И это тоже был правильным ответом. То есть, он даже меньше, чем я ему дал попыток. Он очень быстро угадал. Я думаю, я ему аж 5 дал. Он за 3 отгадал. Но 3 это минимально, поэтому он даже лучше угадал. Ну, все. Переходим к следующему раунду. И вот фотка, которую я ему отправляю в следующем раунде. Простите, если там ничего нету, пожалуйста, потому что я так себе монтажер. Ну что, спрашиваем у него, что это? Все, я отправила ему этот предмет. Я написала ему, что это 3 попытки. Возможно, хотела 1/4 дать. Ну, короче, он написал, что это сначала цветные карандаши. Потом написал, что это карта. Ну, обычная карта. А потом спросил, ой, то есть не спросил, а подумал, что это чёрканье карандаша, то есть
типа, написано, начеркано. И это тоже был неправильный вариант ответа, то есть за 3 попытки он не справился. Я спросил, а имя написано где? Он сказал, на бумаге, разумеется. А я говорю, а точнее, на клеточном листе. Ну нет, это была такая разноцветная штука, которую мы в школе рисовали на бумаге. Там с вершинами, с треугольниками, такая разноцветная звезда, которую можно смотреть в калейдоскоп. То есть 4-м предметом он не справился. Вот давайте я покажу вам, как оно выглядит. Вот. Вот такая вот штука была под микроскопом. Ну что же, все. Мы отправляемся в следующий раунд. Посмотрим, угадает ли он там. Пока он угадал только один предмет из 4. Ну что ж, погнали. Вот этот предмет, если я еще не показала, я просто не помню. Вот он. Наверное, я добавила, надеюсь. Я отправила ему эту фотку. Он предположил, что это фольга. Он подумал, что это картон. Он подумал, что это какая-то доска. Причем он спрашивал, это дерево? И я ему написал, нет. Он все равно потом предположил, что это опять доска. Короче, это было лезвие ножниц. Сейчас покажу. Вот, ножницы. Вот, лезвие. В общем, он опять не угадал. Дальше. Вот фотка под микроскопом. Блин, как же будет тупо, если я их все не добавлю. Надеюсь, что добавлю. Ну что ж, вот следующая фотка. И я ее отправляю ему, и пусть угадывает. Ну что ж, я отправила ему тот предмет. Дал 4 попытки. Он сначала спросил, это яблоко? И сказал, нет. Спросил, это фрукт? Я спросил, подсказки вытягиваешь? Ну ладно, сказал, да, фрукт. Спросил, морковь? Он меня спросил, морковь. Это фрукт, ну морковь это овощ, поверь мне. Еще думал, что это хурма. Это не хурма. И, в общем, в конце он спросил, апельсин или мандарин? Угадал. Ну, как бы он 2 фрукта назвал, ну ладно, он угадал, это мандаринчик. Вот такой вот мандаринчик. Ну что же, отправляем ему следующую фотку. Если что, вот она. Как я хочу, чтобы я их все вставил. Ну что же, отправляем ее ему на рассмотрение. Как он думает, что это наш эксперт? Ну, в общем, я отправила ему тут предмет. Он спросил, он подумал, веревка или проволока? Ну, веревка или проволока? Я сказала, нет. И после этого он уже написал, да, точно, металлическая проволока. Ну, точнее, проволока металлическая. Я говорю, нет, он пишет, ну, тогда не знаю. То есть он довольно быстро сдался. В общем, это была нитка для шитья. Показать я вам ее сейчас как бы не могу, потому что за время съемок я ее уже потерял. Возможно, сейчас найду, но обычно ниточка для шитья. Ну вот, я попытался найти... В наших катушках ниточек. Вот такая вот ниточка голубая. Ну, вроде вот такая же. Только, возможно, другого цвета, но все равно на камере ее не видно. Ну что же, отправляем ему следующую фотку. Вот она. Ну, и сейчас посмотрим, что он на это скажет. Ну что же, он предположил, что эта картинка это было чистящее средство, пена, мыло. И все это, конечно же, оказалось неправдой. Это был снег. Да, самый обычный снег, белый, чистый, красивый, белый снег. Ну что же, отправляем ему следующую фотку. Вот она. И сейчас узнаем его мнение. Что же это? Ну что же, наш мистер-эксперт предположил, что это гирлянда. Предположил, что это сеть. И предположил, что это проволока. Конечно же, это была не гирлянда, не сеть и не проволока, а беспроводная колонка. Сейчас покажу вам ее. Вот она. Давайте пока микроскоп отодвинем. Вот такая вот зелененькая музыкальная колонка. Вот. Вот это как раз сеточка, через которую проходил звук. Ну что же. Вообще у меня было еще 6 предметов, но мы не успели их заснять, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на канал Тимохи ТВ, ссылка находится в описании. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте.
С вами был Ёжик Шоу. И всем пока!